И к новостям спорта. В минувшие выходные в столице Поморья состоялся финальный турнир регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КСБаскет» среди общеобразовательных учреждений. За две путевки на турнир северо-запада России вели борьбу юные баскетболисты из Архангельска, Северодвинска, Котласа, Сольвычегодска и Североонежска. В 8-м региональном розыгрыше баскетбольной лиги «КСБаскет» приняли участие 256 команд из 144 школ Архангельской области. В финальную часть пробились по 4 коллектива юношей и девушек. Именно они разыграли две путевки в следующий этап. Девушки 14-й школы Архангельска в прошлом году заняли 3-е место на чемпионате Северо-Запада России. В этом розыгрыше регионального этапа «Факел» вновь смотрелся явным фаворитом. В финальном матче сыгранная и сбалансированная команда 14-й школы разгромила котлашанок со счетом 55-20. 3-е место в турнире заняли девушки города Корабелов из 17-го лицея. Впечатления очень хорошие, мы постарались, я считаю, что мы выложились достаточно хорошо. Выиграли мы из-за роста, из-за того, что мы больше тренируемся, я думаю, из-за этого. У нас большие планы на этот год, мы очень хотим пройти и дальше, занять хотя бы 2-е место. Мы уже не первый год выступаем в КСБаскет и ставим большие планы, цели. Ну, стремимся к ним, надеемся, у нас все получится. Будем настраиваться к северо-западу. Если у девушек победителя можно было спрогнозировать заранее, то юношей было трудно выделить фаворита. В финальный матч пробились команды из Сольвычегодска и Североонежска. Ребята из Котласского района показали на паркете отличное командное взаимодействие. Захватив лидерство после первой четверти, они довели напряженный и боевой матч до победы со счетом 87-66. Это полегче была игра в финале, чем первая с Вельском. С Вельском, да, вообще тяжелая игра. Последние четверти вытащили игру только и вышли в финал. И в финале, ну, сейчас выиграли нормально, плюс 20 где-то. Хорошо, довольны все, выиграли. Поедем на ЗФО, чё? Ждите там еще. Самыми полезными игроками финального турнира стали Валерия Ушакова из команды «Факел» и баскетболист из Сольвычегодска Дмитрий Ядрехнинский. 2-й год подряд зональный этап чемпионата баскетбольной лиги «КСБаскет» среди школьных команд северо-запада России пройдет в столице Поморья с 13 по 17 марта в Центре развития спорта «Норд-Арена». Константин Мухин и Сергей Зелинский. Вестник Северодвинска.